Рыба, выловленная из вятки, доставляется в первую очередь в цех очистки и разделки. Их разрезают на кусочки шириной в среднем 4 см и укладывают в стерилизованные банки на втором участке. Добавляем туда, значит, перец, лавровый лист, томатную пасту и закладываем рыбу. Пока рыбные консервы выпускают в полулитровых банках, в будущем планируется использовать емкости поменьше. Банки кипятят в автоклаве после того, как добавляют необходимые по специальному рецепту ингредиенты. Через 40 минут консерва у нас будет готова. На сегодняшний день Мамадышский рыбзавод производит 12 видов консервов. За одну смену выпускают 48 банок. В дальнейшем планируют расширить ассортимент. Пока готовим в томатном соусе, планируем еще и масле приготовить. Ну, не только консервы, и вообще съездили мы в Санкт-Петербург на выставку «Агрофорум» рыбной продукции. Значит, там тоже много переняли всего. Рыбные консервы поставляются в специализированный магазин завода. Мамадышцы, попробовавшие новую продукцию, выстраиваются в очередь, чтобы ее успеть купить. Любит, вообще спрос большой. У нас даже мы не успеваем делать. Вообще хорошо берут. Все любят, нравится всем. Житель Мамадыша Артур Ханов признается, что раньше вообще не любил рыбные консервы, но местный товар изменил его отношение к этой продукции. Мне по вкусу очень понравилось. Я недавно это начал брать, недавно начали делать. Но очень вкусно, и это вареное, или как там, кости как бы. Сваренный, очень сваренный, да, мне очень понравилось. Новый цех заработал в августе этого года. Идея его создания родилась после участия в форуме рыбаков России. Ежегодно мы собираемся на рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге. Мы беседовали с экспертами, и после того, как они предложили нам сделать продукт из максимально внутреннего сырья, который производится непосредственно в районе нашем и упаковки, мы предложили, что мы можем сделать стеклянную упаковку и выпустить консервы в стекле. Это очень всем понравилось, и мы, соответственно, сказали и сделали. Свою продукцию коллектив рыбзавода предлагает в районных и казанских сельскохозяйственных ярмарках. Фаузия Нургалимова, Ильнур Юнусов, Эль Шайхутдинов. Новости Татарстана.